Ремонт начался 30 сентября. Несколько дней горячей водой не могли пользоваться 23 тысячи сочинцев, проживающих на центральных улицах города. Горячее водоснабжение было восстановлено сегодня во второй половине дня. Всего в центре Сочи за последние два года обновлено более 3 километров теплосетей. Ветхий трубопровод уже заменен на улицах Пасечная, Чехова, Войкова и Рос. Завершаются работы на улице Гагарина и Красноармейской. На участках теплотрассы увеличивают диаметр труб, ставят новые задвижки и производят зонирование. Проще говоря, делают ответвления, чтобы в случае аварии можно было отключить только определенные дома, а не всю улицу. Данная работа позволит нам снизить риск возникновения нештатных или аварийных ситуаций. Вот. И, скажем так, жители у нас в будущем при возникновении вышеуказанных ситуаций не останутся без воды там, в таком массовом количестве. Таким образом, считают коммунальщики, будет улучшено качество теплоснабжения. Кроме того, это выгодно для самого предприятия. При масштабных отключениях приходится сливать воду из резервуаров, нагревать весь объем заново. А это большие расходы воды и газа. Теперь же, благодаря зонированию, Сочи Теплоэнерго сможет минимизировать свои затраты и даже снизить тарифы для населения.